6 часов утра, 22 сентября. Я не на своем привычном месте, потому что погода плохая, с утра шел прям такой, ну, дождь хороший. Поэтому я в поля решил сегодня не ехать и доехал вот по асфальтовой дороге в другое место. Ловил я тут как-то в начале марта или в середине марта. Ну, в общем, решил здесь половить. Пока безрезультатно. В общем, как и ожидалось. Ну, погода плохая, ветер, дождь. И, в общем, прохладно. Ну, посмотрим, что тут сегодня будет, клевать не будет. Ну, конечно, я очень сомневаюсь, что будет. Ну, ладно. Поймал я просто сетку. Это я, конечно, не очень люблю. Ну, что это? Ай, ё-моё, а. Как её умудрился вытащить, не пойму вообще. Она еще стоит как-то интересно. Капец. Обалдеть. Охренеть просто. Обалденно.
что зацепилось. Короче, сложил я кое-как эту сеть. Пойдет она у меня на грузы и поплавки. И надеюсь, вреда больше не нанесет никому. И нигде. Так что так вот. Забросил я донки. Без всякой надежды на успех. Потому что погода сегодня, конечно, отвратительная. Ветер, дождь, холодно. Стоит попробовать, наверное, половить на спиннинг. Вот что я думаю. На отводной. Ну, забросил донки в ожидании, не знаю, может быть, бирючок клюнет. Дождь пошел, ну прям так хорошо пошел. Клевать ничего не клюет. Так, что-то позыбывает изредка. И все. Ветер усилился. Ну, в общем, тишина. На спиннинг тоже я бросал, что-то тихо. Ребята тоже тут мимо проходили, тоже что-то тихо. Ну, в общем, так себе рыбалка, так себе погода. Да, погода становится все хуже и хуже. А вот я плотву поймал. В общем, конечно, не особо крупную, но хоть что-то. Для такой погоды, конечно, просто удивительно. На донку. Ну, хорошо клюнуло, прям дернуло. Ну, конечно, я удивлен. Так. Отпустим плотвичку. Она у нас сегодня одна всего лишь. Ну, да. Рыбалка сегодня вообще изначально пошла не по плану. То браконьерская сеть. То переезд на другое место, то вообще не попал я в то место, куда хотел. Ну вот, пускай плывет. Так, хорошо. Погода еще сегодня великолепная просто. Хотя вот просветы какие-то появляются. Ну, все равно это не говорит ни о чем, что клевать тут прям начнет сразу. Ладно, все, поехал я домой. В грязи только извозился весь за сегодня. Ну и доброе дело сделал. Даже два добрых дела.